Привет, стримаши. Это исследователь. Небольшой обзор еды. Опять с точки зрения прогресса. Ну, как нас обманывают. Говнёвую еду продают. Здесь видите кетчуп Махеев. 350 грамм и 150, прям дофига. 500 грамм. И кетчуп неплохой на вкус. Но, видите... А, тут не приблизить даже не могу. Снимаю фотоаппаратом. Не телефоном сейчас, он близко его не поднесешь. На первую категорию, там добавлен загуститель, там крахмал или сироп, фигня какая-то. Но дело даже не в этом, он сильно кислый, очень кислый. По вкусу не самый ужасный, но кислота ужасная. Такая же в Хейнце, по-моему. Я не знаю, почему они специально портят, не пробуют, что ли, уксуса наваливают. Зачем столько уксуса наваливать? Так что барахло, кетчуп, потому что сильно кислый. Но его и дешево типа продают там по 30-35 рублей. Но покупать не стоит.